Всем привет, с вами Доктор Свейвер, и сегодня продолжаем играть в игру Метель. Сегодня мы попробуем вторую главу Эмили, Ночь в холодном подвале. Поехали. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей, я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился. И появился он. Опа. Приехали. Уже? Уже выглядит как-то локация, видимо, побольше, чем в тот раз. Ну ладно. Так, это у нас еда. Еда — это хорошо. Ручка какая-то. Тут можно что-то можно сломать. А, болтом. Так, а вот это открывается. Ящик заперт. В туалете проклацываю, ничего походу нет. А, сейчас ничего нет, вот отмычка. Ладно. А для чего она? Дверь привинчена болтом. А где этот болт? Кто-то видит? Нет. Может, я опять что-то упускаю. Под кроватью. Ничего. В стене тоже ничего. Какой болт-то, черт возьми? Вообще ни одного болта не вижу. А, вот. Ни ручка, ни болт, ни... ничего просто не работает. Ящик надо было. Так, а вот это... Вот, ну наконец-то. Нужно поскорее найти выход. Нужно бы. Да подожди, нужно найти поскорее выход. Ты видела вообще это? Ау. Сколько здесь всего-то, господи. Чистый лист бумаги, ну ладно. Водичка, так. Я думаю, пока не стоит включать. Шкафчик. Пропустить вот пароль за рекламу. Нет, нет, нет. Ладно. Так, походу, где-то тут рядом этот слоняется дед. Так, тут ничего не было, да? Ничего не было. Заперто с другой стороны. Ага. Смотрю, может, тут что-то есть. И надо закрывать все за собой. Ладно, пошлите сюда. Капкан. Ноутбучелла. Пранк. Так. Просто ящик. Просто как дела. Всякая херня какая-то. Еще замок. Что-то мешает открыть дверь. Да я вот вижу. Веревка какая-то. Ведро. Это, наверное, чтобы воду налить. Но зачем? Непонятно.
Так, холодильник. Лед. Может, тут что-то есть, выдвинуть можно. Видимо, нет. Окей. Заперто на ключ. Ну и, как сказать, отмычка нам ничего не помогает. Пока что, кроме как набрать воду, у меня идей вообще никаких. Название ML245. Описание: раствор для проявления видимых чернил. Ага. А где раствор? Можно взять? Есть что, нет? Видимо, нет. Итак, по итогу у нас есть книжка. Фрэнк. Тут я вроде все, если что, привел в порядок. Не особо. Так, ладно, это на всякий случай. Просто я вижу тут капкан, я в него сейчас по-любому угожу, и будет... Не будет времени все доделывать. Так, микроволновка. Положите предмет вовнутрь, закройте дверь, нажмите кнопку. Но у нас пока ничего нет. Давайте пойдем наберем воду. Я не знаю, зачем только. Ведро с водой. Это что ли, нам нужно поставить какой-то пранк? Проклятие. Что за черт? Оп. Там я вроде тоже все сделал. Нужно вернуться обратно в камеру. Нужно. Надеюсь, он ничего не заметит. Ну я не знаю. Мне кажется, заметит еще как, только я вроде ничего не оставлял, ну ладно. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 639. Но он долго выключает, прям нормально. Hello. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет. Ну, вроде все на месте. Ну и слава богу. Что-то умирать от тупых ошибок пока не очень хочется. Все, так, 639. Наверное, это был пароль от этого как раз-таки. Так, 639. Готово. Открыть. Лом. А чё ломать надо? Ау. Ну, лед может сломать. Все. Ну, его и, наверное, разогреть. По факту, и все. А там я выключил? Нет, конечно. Твою же! Ты что там шумишь? Я вообще не шумлю. Какой-то ключ. Вспомнить бы, конечно, от чего ключи вообще в этой игре. Подождите, если я сейчас сказал, что чего ты там шумишь, то, наверное, это типа намек на то, что мы как бы вылезли. Нет? Или это так не работает? Ну, как бы логика какая-то минимальная. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? No. Ну, вроде все на месте. А, ключ, наверное, от этой двери точно. Там же было написано, что что-то нужен какой-то ключ. Мы, походу, сюда сейчас попадем.
Это что это означает? Но музыка стала прежней, наверное, можно выходить. Но если что, нам опять дадут этих люлей. А смысл нам сейчас ключ, если сейчас эту дверь он сам открыл? Так он только что открывал, ну ладно. Как-то нелогично. Так, сразу хочу в ящик спрятаться. Dead by Daylight. Даже тут меня посещает. Рычаг. Ну, рычаг, я помню, что там в первой главе он там понадобился. Опа. Ножницы. Опа. А нет, ладно. А, подождите, реально же веревка была какая-то, и можно было ножницы применить, наверное. Хотя веревка и ножницы — это странная комбо. Ау. Так. Ой. Какая-то штукенция. И опять лифт. Я вижу отвертку, походу. Ладно, а это что такое? Нет питания. У нас это убьет, да? Как это закрыть тогда? Горячий пар. Ой. Откуда ты знаешь, что ты горячий пар? Так, ладно. А, нам нужно, наверное, открыть тот щиток, который в той... Ау. В той комнате. Вот. Так он не открывается. И требуется ключ-карта вообще. Можно сюда пойти. Заперто с другой стороны. Что там вообще такое? А, кстати, может быть, та главная героиня, которая в первой главе кричали, потому что что-то было похоже реально. Я узнаю такое. Так, пока идеи вообще нет, куда применять еще. А это можно? Это прям вентиль, ну видно же. Ну ладно. На гвозди. Куда вообще нам нужна вода там, я не знаю. Так, а это что? Не дотянуться. Наверное, воду надо вылить. Ставим масленка и ржавый вентиль. Масленка пустая. А нам нужно ее чем-то заполнить. А, ну там был какой-то ML инструкция. Где она была-то? Вот тут. Может, так можно заполнить? Нет? Я уже все прожал. Ну ладно, давайте попробуем, что ли. У него дверь открылась. Опа, каминчик. Прикол. Это ж плита. Ничего себе. Так, какой-то будильник. Сейф. Я кода не знаю. О! Масленка с маслом. Так это же хорошо. А мы открывали эту дверь? Что-то я не помню. Так, теперь можно что-то смазать. Смазать можно было вот тут вот. Наверное, мы перекрыли пар, поэтому должны, по идее, пойти вот сюда. Ау. Да, и можем теперь сделать чпок. Нет, для включения требуется 24 вольта. Ну, сначала нужно поднять лифт. Сначала нужно поднять лифт. А как? Тут нужно для включения 24 вольта. Видимо, тут надо питание. В
питание вот идет. Через ту дырочку проходит. Идет вот сюда. А щиток тут закрыт. Отмычкой никак не, не откроешь. Тут... Что это? Я еле как увидел, я еще подумал, вау, какая классная текстурка. Это какие-то мини-ключи. А зачем нам мини-ключи? Кто-то понимает вообще что-либо? А, сюда ж. Не хватает предохранителя. Это все больше и больше загадок. Так, ладно, надо, наверное, повнимательнее смотреть. Тоже второй раз приколы такие нахожу. Тут мы все сделали, поэтому сейчас спокойно. В общем, маленькая предыстория тому, что сейчас произойдет. В общем, я 5 минут бродил, смысла ускорять это опять же не вижу. И затягивать хронометраж, поэтому я просто быстренько вставлю момент к тому, что я вернусь в главную камеру, то есть, ну, где нас заперли, и просто посмотрю за рекламу подсказку. На этом все. Продолжаем. Воспользовались небольшой подсказкой. А, так это же никак нельзя было заметить, алло. Ну, нам, походу, конец, потому что я не помню, что-то там двигал, не двигал. Это же настолько надо было додуматься. Привет! Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто закрыл дверь? Ой, все-таки она была открыта. Очередная реклама! Так, мы продолжаем после небольшого. Душка слышится закрыта на замок. А я, кстати, звуков не слышу. Итак, мы продолжаем с этого места. Если что, эту игру я уже перепрохожу третий, не, даже четвертый раз, потому что два раза меня полили с какой-то мелочи из одной двери. И по стандарту звук исчезал, поэтому тут лучше никаких не делать ошибок, потому что после рекламы исчезает звук говяный. Вот такая вот фигня. Считаю, что раз ты выпустил разработчик третью главу, наверное, вторая должна быть допилена до конца. Без этих ваших приколов. Ну, обидно, обидно. Почему игру приходится 50 раз перезакрывать? Ой, переигрывать ради таких моментов. В прошлый раз здесь был ключик, но я вижу, его тут нет. И тут его нет. Может, на других ящиках есть? Тут нет. Еще ящик был там, там. Окей. Сюда он даже не заходил. А вот ключ. Так. Все сделали. Теперь должно работать. Короче, в тот раз в том прохождении я вот эту дверь закрыл, и из-за этого он сказал, кто закрыл дверь. А я это понял только при перепрохождении. Теперь должно вот это функционировать. Да. Что-то вообще меняется, я не понимаю.
А, 24 ватта, это, наверное, надо посчитать, чтобы в сумме нам дало 24 ватта. Открываю на компьютере в режиме реального времени калькулятор. Потому что запись у меня идет параллельно с микрофона компьютера. Это вот, кто не знал. Так, 5,8 плюс, например, 4,3. 4,3. Тоже 10 будет. Потом добавим 7,6. И добавим 6,3, например. О, да. На рандоме, реально. I hope I'm doing this right. Иди в жопу. Где тут историю калькулятора посмотреть? 5, 8, 4, 3. Да, было. А потом я прибавил к этой сумме 7,6 и 6,3, да? Да. А, значит, все наоборот. Вот так вот. А, нет! О, нам конец. Я, наверное, рычаг надо было, чтобы спустить заново. Блин, я не подумал. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну да, я. Какую дверь? Дурак, что ли? Какую дверь? Там... А, мы что, не закрыли, что ли? Я, короче... Лайфхак! Я выключил интернет, чтобы не было рекламы, чтобы звук не пропадал. Идите в попу, называется. Разработчики, раз вы не можете нормально рекламу организовать, то... То я-то тут чем причем? Понятно. Вот эта трапа, конечно, ловушка, конечно, классная. Так, я что-то не понял прикола. Плоскогубцы нам дали. Это хорошо, наверное. В прошлый раз тут была отвертка, насколько я помню. Ой. Без комментариев. Продолжаем. Спустя одну глупую попытку, вы видите новый предмет раствор ML. Он лежал у нас, получается, сейчас расскажу. Я его взял отсюда. Он лежал у нас тут с лифтом. Я применил рычаг, его заново спустил туда-обратно. Вот там он лежал. Также в этом прохождении мне... Я уже не буду вставлять это, но я покажу, что в аптечку я тоже открывал. Здесь лежал у нас плоскогубцы. Ой, нет. Этот предохранитель, который открыл плоскогубцами. Ну, в общем, мы остановились на этом этапе. Я так понимаю. Какой-то раствор нам появился. Я думаю, ML это вот что-нибудь сюда. 2057. И теперь мы можем это, видимо, открыть там сейф 2057, да? Еще раз. И что-то взять оттуда. Давайте попробуем. Проклятие. Ты что там шумишь? Мы не шумим, это вообще не мы. Открой. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Ты что, дура? В смысле запереть? Это слишком много экшена для мобильной игры. Это те же самые PUBG. Да нет, ну что это такое? Я забыл. А, иди в жопу, а, чел.
Слава богу, просто что это не последняя была. Вот знаешь что? Никогда не забывал про свет в этом прохождении. Закрыл. Забыл. Надеюсь, пароль не поменялся, пока мы там это... Да закрой. Вот на таких моментах очень бесит. А знаете, такие моменты... Хорошо, что нам еще Game Over не выдали, потому что тут перепроходить это снова минут 15. В итоге я уже сижу один час и играю в эту игру. Потому что из-за тупых этих. Давай. Чё, давай? А ну живо, 2-0-5-7. Готово. Нужно открыть. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Сваливаем, дура. Ау. Быстрее, бежим, бежим, бежим. Это что, выход? Думай быстрее. Бежим! Плохая конс... Непон. В смысле плохая концовка? Вы сбежали от маньяка. Хорошая это, если мы не сбежим, что ли? Ладно. Думаю, на этом серию закончу, потому что она вышла минут на 30 с лишним. Видимо, если тут другие концовки есть, я их запишу уже в шортс. А с вами был Доктор's Favorite. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, проявляйте любую деятельность. Я старался. Ну, и всем пока.